Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа «Мужская компания» и я ее ведущий Егоров Вячеслав. И сегодня по просьбам наших подписчиков и зрителей мы поговорим о нерестовом запрете в Ульяновской области. На сайте Минсельхоза России я нашел приказ, мало того, нашел еще изменения. Итак, зачитываем. Я ничего не придумываю. Рассуждения все в комментариях. Приказ от 18 ноября 2014 года за номером 453 об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна с изменениями от 19 апреля 2016 года. Пункт 30.37. Водные объекты рыбохозяйственного значения Ульяновской области. 30.37.1. Запретные сроки периода добычи вылова водных биоресурсов. С 10 мая по 10 июня. На расстоянии 500-метровой прибрежной полосы, отмеряемой от уреза воды островов Куйбышевского водохранилища, Головинских, Банных, Наяновских, Согласия, Дзержинского, Пионер, Барок и Чайчинный с распаления льда по 10 июня на реке Суре. С 10 мая по 10 июня сазана и леща. 30.37.2. Запретные для добычи вылова виды водных биоресурсов. Кумжа, форель, пресноводная форма. Стерлядь в реке Сура. 30.37.3. Минимальный размер добываемых вылавливаемых водных биоресурсов – промысловый размер. Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу, вылов, приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину в сантиметрах, менее указанной таблицы 39. Жерех 40 сантиметров, судак 40 сантиметров, лещ 25 сантиметров, голаваль 20 сантиметров, щука 32 сантиметра, сом пресноводный 90 сантиметров, сазан 40 сантиметров, раки 10 сантиметров. Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде. Уры путем измерения длины от вершины рыла при закрытом рте до основания средних лучей хвостового плавника. У ракообразных путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. Добытые выловленные водные биоресурсы, имеющие длину, менее указанной в таблице 39, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Итак, по просьбам зрителей и подписчиков мы зачитали приказ о нерестовом запрете в Ульяновской области. С вами был Егоров Вячеслав. Увидимся на рыбалке!